В общем-то, продолжаем проходить The Hunt. Это ивент в Дорсе. Ну, что, как бы сказать-то? Даже нечего и говорить. Ну, тут всего 50 дверей, как бы. Сразу же заполнился, прикиньте. Я с тобой. Ну, тут все 4 человека. Это как бы предыстория того, как мы попали в отель. Потому что тут минус двери идут. Как бы. И последняя дверь – это нулевая дверь. То есть как бы мы попадаем в отель. Вот это типа предыстория, да? Как мы попали в отель. А почему отсчет? А, ожидание игроков. Тут музыки нет в этом лифте. В оригинальном-то есть. Да уж. Бакдор — это вроде как в переводе черная дверь. Черный ход за черная дверь. Задний ход, черная дверь. На лутаться нету времени. Ну, сейчас, конечно, можешь попутаться, но какой-нибудь бизнес. Всё. Надо сделать вот так, чтобы Лукмен не был. Мне кажется, он появился. Ну, он как бы всегда будет. Надо лишь только избегать контакта с ним глазного. Видели там глаза Лукмена были вот в темноте? Скрич есть, вроде как нет. Чё там на полу валяется? Чё не открывается? У нас, кстати, всего 3 человека, а чё из-за спорта не могу? Не надо, иди, пожалуйста! Спокойно, проходим, и человека нас всё. Агана. Прятки! Так, хайда, друзья. Не скрыл. Дверь, которая была в самом начале. Рубильник дайте! Кем хватило? Как он меня не сдавал? Он всегда стоит у мухи в двери. Этот таймер так отъехал, это было очень страшно. Как будто кто-то.
тебе не разницы. Они могут и один раз. Где мои друзья? Он-то улетел. Хаста. Игра снова. Я буду. Стик 34-й двери. То есть осталось всего 26. Неплохо так. Ну. Чё, почему? Ага, он принял. А ты принимай, пожалуйста. Принимай, пожалуйста. Принимай, пожалуйста. Ну, принимай. Прими, прими. Прими. Он дисконнектнулся. Надо идти как можно быстрее. Настолько быстро, насколько это вообще возможно. Потому что это время, как бы, вот вся, когда мы переключаем рубильник, мы даем тебе плюс одну минуту. Плюс одну минуту. То есть, как бы, чем больше там времени будет, секунд, тем лучше и для нас. Потому что тем больше времени у нас будет, как бы, на поиск рубильника. Ай! Галина такая. Дома вроде как Бидл зовут, да? Бидл зовут его. Ну теперь мне не особо страшно, я как бы знаю. Когда лампочки лопают, это признака его. Да ты ёбаный пидорас! Боже,
Ну, по крайней мере, вот эту мозг, это не хватит. Кстати, когда время уже истекло, можно, короче, рубильник передернуть. У нас 1 минута 44 секунды было. Ну, сейчас. А мальчики! Тварь такая. Надо в пол, что ли, смотреть все время, или что? Честно, да что, реально в пол время все смотреть? Пол все время смотреть? Ну, видите, как много людей, да? Вроде как актив Дорс поднялся аж на 44. Блять! Я аж там один. Я аж один, да? А нет, мы втроем, отлично. Актив Дорс реально до 42 тысяч поднялся. После обновления, ну, ивента для фанатов. Русский. Ну. Так. Нету времени лутаться. Блять. А чё он в трёх комнатах подряд? Сэр, ну можете ли вы, пожалуйста, пойти отсюда на... Ну, как ты можешь. Спрятался потому, что... Ай, кажется, это так. Ну вот почему такой звук. Я спрятался потому, что там мигало, вы видите. И звук такой свистящий, я подумал, что... Что ты руку так держишь? Там, видели, два рубильника подряд было. Извиняюсь, если меня не слышно, просто тут монстры громкие. Видели, там два рубильника было, да? А еще помните то, что вот эта вот скотина под названием Лукмен появился аж в трех комнатах подряд. Вы это сами видели, да? Что он появляется так часто? Вот тот сад, который там вот в отеле, там глаза мало появляются. Раз. Очень мало так. Да и то в основном под конец. А тут этот Лукмен прям везде. Дайте рубильник, боже. Мои друзья, все это я выбираю. Тварь. Ты совсем? Что
Я прям проверил, что я смогу прекрасно все, да? Вау, это дает мне скорость. Не то. И хопов на урод. Как раз таки хочется. Шайтан. Задолбал уже этот лукман. Вот знаете, мне что-то тяжело проходить, а в одиночку. Ну что-то взять в эту ночь. Там, кстати, отдельная, как бы, вот, когда хочешь возродиться, и ты умер от вот этого вот, от времени, от, как бы, того, что оно истекло. Тогда ты пишешь you for around out of time, то есть, на вашем этаже время истекло. О, истинный фанат Дорс. Никто не выйдет зато, под самый конец. Ой. Потому что моментальная загрузка. Ой, тут только вот два основных врага только. Это вот это вот Биба и Боба, которые летают. И Локмон еще. Все. Больше никого нет. Профессионал, поэтому. Ну, по крайней мере, проходит не в первый раз, возможно, уже прошел. Да хотя нет, я что-то не видел у него отчетки на кого, что прошло на это. Да это пройти на самом деле, вот если ты знаешь, вот с попытки 50-й легко. Потому что все, 50 дверей. Только вот жалко, что нет. Время вот это, конечно, вот это вот. Он уже перейдёрнул, отлично. Увидели, он прям вышел из-под стены. Чё так мигает? Такое ощущение, что палец будет. Вот чест. Он нас время отнимает. Его можно по звукам поделить, вот эту вот конфигурацию.
Ага, прям реально по слухам уже тут люди. Мы сами слышали вот эту вот, как будто топы. Это было такое. Я подумал, что хай. А, не хай, а хай. Ну нет, не хай. Видите, он вот прям вообще прессует меня конкретно. Так, сделал. А, нет. На стрит, везде. Ты серьезно? На очкайся, это время. У нас мало времени! Дайте рубильник! Да не справляется. Дайте рубинник, пожалуйста, я вас прошу. Я вас умоляю, дайте рубинник. Куда вы нас спускаете, алло? Умираем вместе! Подождите! Фух! Это было Эшкере, брат! Понятно, почему он так будет. Блин, меня остается мало. Пожалуйста, дайте нам рубильник. Я вас умоляю, рубильник. Рубильник, это пожалуйста. Дайте рубильник. Пожалуйста, дайте рубильник. Вот так, подожди. Знаете, вот разрабы составляют по нервничать игроков. Ты прям бомбочкой заспамился, чел.
потому что вот времени-то остается мало, и только тогда рубильник ставят. А рубильник-то можно пропустить, и все, смерть. Надеюсь, что он жив. Надеюсь, очень надеюсь. Дайте рубильник. Я вас прошу. Умоляю, дайте мне рубильник. Дайте мне рубильник. Я могу сдохнуть. Агент 007. Странное вот это вот чудище вот это. Дайте рубильник, пожалуйста, я вас умоляю. Прошу всей душой, дайте рубильник. Быстрее пролетай, пожалуйста. Я вас умоляю, дайте рубильник. Вот это вот купить? А зачем? Нулевая дверь. Escape the backrooms. Ой, какой backrooms? Сбежать за кулисы. Что дали? Ага, он дисконнектнулся. Сбежал с этажа второго. И куда нас сейчас принесет? Прям в отель? Чё? У меня сохранились жизни. Чёрт. Чёрт. Это типа меня телепортнуло, да? Ну ладно. Попробую сам Дорс попроходить. Здесь-то у нас время не ограничено, можно было просто... Ну и врагов побольше, и комнат. Мне что-то плохо. Время. Охота 1 апреля сейчас тут, что было там, осталось только, короче, в этих, ну, как, например, на частных серверах, вот жалко, а то святой водой покидал в демонов.
Сейчас поди у Винди вышло видео, Дорс 3 вышло, и это правда страшно. Ну, кстати, тоже могут быть глаза, но они реально очень редко появляются хорошо. А ветераны, которые я там получил от этого лукмена, думаю, одним пластырем не залечить. Заслушался. А где этот двойник? Ну охренели! Я подумал, что Раш летит. Сейчас появились. А, блядь! Сука, вот он этот двойник. Пидорас. Сейчас именно. Короче, ладно, надо реально следить. Ну я скричу просто подумал. Здорово. Отлично, зажигалочка. Здорово, не видите меня описать ту боль и унижение. Это ж снег побил. Вот же не снег. Всем понятно. 16-я дверь, 17-я дверь. Ладно, ну запущен. Это мне повезло. Я забыл, там вот одно камень есть, если я включаю второе. Ну, если я дойду до 60-й двери, то этот ключ мне явно пригодится. Это 21-я дверь. Вторая. 23-я. Нечаянно. А где раз? Не показалось, что там был глаз Сик. Нас пятая. Помнится, как-то у меня не было преследования от Сика первого. Я этот момент смог заснять. Не было ничего реально, это какой-то баг. Это шестая дверь. О, вот они глазики. Да, все-таки там был глаз. Ну все, значит, Раша мы не ожидаем. 26-я, что это? Там тут, благо, нет дублера. Может, уже Сик наконец-то появится? Вот, на 30-й дверь ровно. Здорово. Какие?
Это было близко! Ща фигура будет. А прикол бы дублер был, короче, у Сика. Вот представляете, какой бы ад был. Вы прям представьте этот ужас. Так-то тогда дублер потому что не играл, мне кажется. О, это седьмая дверь. Это седьмая. Хорошо, 38-я. Меня подколотало. Когда реально второй этаж наконец-то? Стали ждать? Он летит. Вообще летит. Только сейчас, прикиньте. Кто быстро? Кстати, вы слышали, когда свеча потухла? Вот аудио этого диодного света заиграло. Забрал там? Нет. Твою мать. Ну тут 50/50. Ух, нихера, я богатый. Светится. Ага, вот искусство. Может, мне не подскажет, как бы. Пятая? Или 46-я. Почему-то мне кажется, что номер 46. Не, 45, как у меня. Прошу. Дура, какие вечные будут читать эти фигуры. 46.
47. 48. Забавь тут само-то слышит, если издают настолько громкие звуки. Реально, оно так кричит громко, оно так глупо. Фигуры есть так. Она идет. Крестик это первое. Второе. Так, это восьмое. Пять. Восемь, пять. Так. Два. Восемь, пять, два. Виски. Нора такое лицо. 8-5-2. Подождите. Пишу книгу. Thank you.
Сколько опять два? Чем больше книг собрано, тем быстрее ходит фигура. Она прям как Слендер. Мне деньги лишние, понимаете? Ожидаемо. Перекрыл, я побывал.
хорошо. Шестьдесят. Вход, кстати, кое-куда. Вы сами знаете, куда. Мальчик. 62. Было. Я помню. 63. 64. Да, я вспомнил второй вот ключ. Значение ключа это там открыть вход в А0. Но я не буду. Я богач. Полевой госпиталь, да? 68. О, нет, слик. Это не есть. Я под действием травки. Я под травкой. Я был под травкой. Как раш-то появился? Тут не должно быть раш. Понимаете?
Харт. Вы охренели! Чё я? В смысле? Какого хрена? Алло? Возродиться, не возродиться? Да возродиться, похуй. Другие мои вещи. Только отмычка и всё. Слышу этот звук, какой-то странный. Все. Ориентируйся только на звук, так я пытаюсь, но все мне мешают. Почему Скрич нападает, когда... Когда глаза?